Одна из главных задач администрации в этом году – наладить работу системы ливнеотведения. Сейчас ее пропускную способность активно увеличивают, что позволит избежать подтоплений при интенсивных осадках. Городские службы продолжают вести работы по очистке и углублению ливнестоков. Предварительно было обследовано состояние всей ливневой системы города. Разработаны планы по увеличению ее пропускной способности. Чистят ливнестоки как вручную, так и с использованием специальной техники. Кроме этого, при поддержке администрации района проводится замена насосных станций на более мощные. Приобретены дополнительные мотопомпы и передвижные дизельные насосные станции. В настоящее время улучшена производственная мощность насосных станций, расположенных по улице Западной и Островского, Победы и Маломинской, Краснодарской и Пушкина, Щерса и Первомайской. Силами МКУ ОСЦ были выполнены следующие работы по реконструкции ливнестоков. 590 погонных метров. Механической очистки ливнестоков накопителей было выполнено 11665 погонных метров. Промывка труб 5594 погонных метров. Ручной очистки у нас было выполнено 3665. Также была, произведена ревизия ремонт насосных станций. На данный момент было заменено 21 насос. Также произведена реконструкция 5 насосных станций. Также были приобретены 2 передвижные насосные станции для мощностью 600 и 800 метров кубических в час, которая будет размещаться на магистральных каналах для быстрого оттока воды. Также по улице Пролетарской выполнено строительство нового сбросного канала. Также были выполнены напорные коллекторы новые, потому что старые уже устарели и здесь давали, поэтому мы выполнили, 2 напорных трубопровода по улице Кубанской от Щерса до Пролетарской. И также у нас по улице Октябрьской от Гриня до Набережной тоже 2 напорных трубопровода. Работы по реконструкции городской системы ливнеотведения будут продолжены. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».